أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракяту. Итак, наш трусливый Абдулла Костекский, который благополучно, как всегда, проигнорировал наше предложение согласиться на дискуссию лицом к лицу и также проигнорировал наш доброжелательный совет не заниматься клеветой на шиитов, не заниматься вот этой вот поливанием грязью шиитов, который он не воспользовался советом, не воспользовался и решил все-таки начать это свое дело. И выпустил ролик, где он якобы говорит о шиитах, разъясняет, объясняет, кто такие шииты. Ну, во-первых, это недостойно, недостойный поступок совершенно. Сам Абдулла говорит, что суннит должен ходить с высокоподнятой головой, он должен ходить с высокоподнятой головой, но это совершенно не так. Ахлю сунны всегда должен быть поднятой головой ходить. Нет в нашем религии ничего скрытного. Совершенно не так. Дела обстоят совершенно иначе, потому что ты, Абдулла, ты трус, который не гнушается, не говори, что у тебя нет времени, не говори, что мы не заслуживаем внимания, потому что ты внимание уделяешь, ты время нам уделяешь, ты просто трус. Все. И не имеешь ты права ходить с высокоподнятой головой. Это не твоя честь, это честь тебе и тебе подобным недоступна. Я, с позволения Бога, с помощью Бога, не позволю тебе ходить с высокоподнятой головой. Ты будешь с опущенной головой, как и в своем ролике. В сторону отошли, а на самом деле различия огромные и кардинальные. И не то, что ахлисунна простые, авам люди. Даже сами шииты, как вы рассказывали, что они даже сами не подозревают иногда, что в их книгах такие ужасы написаны. Поэтому, я думаю, иншалла, если вот так дальше продолжим, уже у людей просто вопросов не останется. Где ты говорил, лгал на шиитов, клеветал на шиитов? В своем ролике, где ты так и остался с опущенной головой. Не нужно быть специалистом по психологии, чтобы вот это вот твое лицо в конце твоей якобы лекции, я не знаю, как это все лекции можно назвать. Это просто удивительно. Какая-то билиберда, несвязанные речи, предложения абсолютно не связанные. Логически вот это вот твоя паника на протяжении всей твоей лекции, несвязанная абсолютно речь, бред полнейший. Кто-то, я видел в комментариях, писал, что у шиитов низкий интеллект. Неужели человек, который слушает вот это вот быдлу, который не может просто предложение составить грамотно, просто говорить не может самым элементарнейшим и простейшим образом, не может говорить так, как говорит самый обычный человек? Как этот человек, который слушает вот эту быдлу, может говорить, что у кого-то неразвитый интеллект? Он говорит, что таким образом у нас получается три группы шиитов, и обратите внимание. Это имамиты, саббабия, муфаддиля и четвертая калия. Как вам грамотность, как вам интеллект? Он говорит, таким образом три группы шиитов. Имамия, галия, саббабия и муфаддиля. Вот три группы мы сказали. Имамия. Это галия, саббабия, и мы сказали, кто? Муфаддиля. Галия, это которые границы перешли, сказали Бог. Саббабия, который проклинает Абу Бакр Умар. Муфаддиля, те, которые просто опережают Али, радиаллаху ан, чем Абу Бакр, Умар, радиаллаху анхума. И он говорит, таким образом мы объяснили всех шиитов, но при этом он про имамитов ничего не сказал. Галия, такие, Сабабия, такие, Муфаддля, такие, а имамия кто такие? Три группы шиитов. Гений. Гений наш, Кастекский. Так вот, в конце не нужно быть специалистом по психологии, чтобы понять, что этот человек лжет, лживый человек. Просто лжет наголо и осознанно лжет. Посмотрите на это лицо в конце этой лекции. Это лицо лжеца. Не нужно быть, опять-таки, гениальным психологом, специалистом по психологии, чтобы это понять. Взгляните на это лицо. А ложь вполне себе объяснимая и понятная. Наш трус Абдулла Кастекский, я прошу прощения, конечно, за эти высказывания. Кто-то может сказать, что я перехожу границы, называя его таким образом, проявляю неуважение. У меня нет никакой причины проявлять уважение к этому, к Абдулле Кастекскому. Я вообще ваххабитов не уважаю абсолютно. Если я в той или иной степени, в том или ином месте проявлял уважение к ваххабитам, то только потому, что я испытываю уважение к научной дискуссии, к научному обсуждению. Но так как наш трус отказался и проигнорировал предложение к дискуссии, то, естественно, никакой дискуссии нету. Есть поливание грязи шиитов с его стороны и с нашей стороны требование ответа за свою ложь. И больше ничего, поэтому и уважать не за что. А так других мы уважали исключительно из-за того, что испытывали уважение к научной, даже если с их стороны это было не совсем научно, но все-таки к научной дискуссии, к обсуждению, научному обсуждению. Таким образом, наш нехрабрый наш Кастекский в начале своей речи, когда он начал поливать шиитов грязью, сказал, что вот шииты цепляются за недостоверные исторические факты. Они, шииты, рядом с кафиром работают уничтожать ислам. И они начинают искать какие-то сомнительные доводы Сахих Бухари или же вытаскивают какие-то контексты с истории. Достоверно, недостоверно смотрят. Главное, чтобы распространить что? Сомнения. Так вот, он обвинил нас в том, что мы цепляемся за ложные истории, за ложные исторические данные. Теперь вопрос. Уважаемый Кастекский, хотя нет, неуважаемый. Теперь вопрос, трусливый Кастекский. Где история про Абдуллу ибн Сабу является достоверной? Где эта история достоверна? В каком месте эта история достоверна? Я коротко расскажу. Он, в принципе, рассказал эту историю, эту легенду. Легенду, которая возникла 1200 примерно лет назад, может чуть больше, 1200 лет назад, ну примерно 1200 лет назад возникла, и в ранние времена, когда она возникла, и в последующие века, эта история считалась легендой, эта история считалась ложью, выдумкой. Но почему-то со временем, чем больше проходило времени, тем больше эта история крепла и распространялась, находила себе сторонников. И, конечно же, когда возникли вот эти вот кастекские, ваххабиты, вот эти, не хочется говорить лица, вот эти ваххабиты, когда они возникли, эта история обрела еще больше и стала достоверной вдруг. Стала история про Абдуллу ибн Сабу. Что это за история? Что это за легенда? Легенда была придумана для того, чтобы оправдать сначала Османа ибн Аффана, потому что мусульмане, в частности египетские мусульмане, восстали против Османа ибн Аффана. В этой истории Осман опозорился, причем опозорился он как следует. Почему он опозорился? Потому что они требовали с него определенных гарантий соблюдения определенных исламских принципов. Требовали у Усмана ибн Аффана. В частности, требовали отдалить от себя Марвана ибн Хакама. Кто такой Марван ибн Хакам? Марван ибн Хакам – это человек, которого сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изгнал из Медины, сослал из Медины за его преступление, за его фиск и фуджур, за его нечестие. Изгнал из Медины. Абу Бакр, первый халиф, не стал возвращать Марвана ибн Хакама в Медину. Умар поступил точно так же, но Осман не просто вернул его в Медину, в столицу исламского государства, но и более того, Осман решил сделать его своим визирем, своей правой рукой, ближайшим соратником, который играл в исламском государстве во времена халифатства Османа ибн Аффана. Марван ибн Хакам играл главнейшую роль. И Марван ибн Хакам дал амиядам, злейшим врагам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал безграничные полномочия в халифате. И это египтян, в частности, не удовлетворило. Они пришли потребовать у Османа ибн Аффана определенные гарантии, в том числе отдаление от себя Марвана ибн Хакама. На что, под чем Осман ибн Аффан подписался, он согласился на это условие. И когда египтяне возвращались обратно в Египет, они обнаружили по дороге некого человека, обыскав которого, они обнаружили среди его вещей письмо, которое было подписано и под которым стояла печать Османа ибн Аффана. Письмо, под которым стояла печать Османа ибн Аффана, в котором Осман ибн Аффан просил Муавию ибн Абду Суфьяна наказать тех людей, которые были в Египте. Ну, те, которые были из Египта и заставили Османа ибн Аффана, окружили его дом, под давлением его заставили подписать определенные гарантии. Конечно же, египтяне, увидев это письмо Османа ибн Аффана, может, это было не письмо Османа ибн Аффана, но суть и факт в том, что там была печать Османа ибн Аффана. Египтяне вернулись обратно к Осману ибн Аффану, чтобы наказать его за это. И Осман ибн Аффан поднялся на мимбар мечети и просил прилюдно прощения за свое вот это нечестие. Это факт исторический, пожалуйста, мы можем об этом поговорить. Но тот человек, который придумал историю с Абдуллой ибн Саба, он сказал, что это была фитна, это была смута на самом деле, которая руководилась Абдуллой ибн Саба, который был иудеем из Йемена, который принял якобы ислам и, распространяя свои учения, свои взгляды в Египте, завербовал определенное количество людей, в том числе выдающихся сподвижников и таабиинов, среди которых Абузар аль-Каффари, Аммар ибн Ясир, и Малик Аштар, например, Мухаммад ибн Абу Бакир, Мухаммад ибн Абу Худейфа. Это выдающиеся сподвижники табиины. В частности, Абузар аль-Каффари является одним из первейших мусульман. Так вот, согласно этой истории, они были сабаитами, то есть сторонниками Абдулла ибн Саба, и это как бы и говорит история, потому что именно эти люди пришли. В частности, Мухаммад ибн Абу Бакр, сын первого халифа, прибыл из Египта с этой группой людей из Египта в Медину потребовать у Османа ибн Аффана ответа. Так вот, тот, кто придумал эту историю, он придумал это для того, чтобы оправдать Османа ибн Аффана, обелить его после всех этих позоров, которым он подвергся. Обелил он каким образом? Таким образом, что это были иудеи, он прикидывался мусульманином и вербовал в Египте людей, которых он натравил на Османа ибн Аффана. И среди этих людей были вот эти выдающиеся, и не только эти, но и другие выдающиеся сподвижники и табиины. Но эта история нашла и продолжение. Продолжение этой истории было нужно для того, чтобы обелить Аишу, Тальху, Зубейра, Марвана ибн Хакама и всех остальных вот этих преступников. Каким образом? Таким образом, что когда вот эти люди с целым войском двинулись из Мекки в Басру. Это была Аиша, Тальха, Зубейр. Во главе этого войска были вот эти, в основном, в первую очередь, вот эти трое людей. Когда они прибыли в Басру, они устроили в Басре бойню. И эта бойня закончилась сражением с Али ибн Аби Талибом, алейхиссалату вассалам, с халифом того времени, в результате которого умерли многие мусульмане, очень много мусульман умерло в этой битве. И Аиша проиграла. Тальха умер, Зубейр тоже умер, Аиша была конвоирована в Медину, проиграли они сражение. Конечно же, это было преступление, потому что они восстали против законного халифа Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, как вы говорите, наилучшего из людей в этой умме, который по своему превосходству является четвертым после Абу Бакра, Умара и Усмана. Они восстали против этого человека. А история была такая, то есть оправдывающая их история была такая, что Абдулла ибн Саба отправил своих людей в войско Аиши и в войско Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам, и приказал им нападать друг на друга. И в итоге из одной стороны полетели стрелы, из другой стороны полетели стрелы, и таким образом развязалась вот эта битва, которая не была подконтрольна вообще, не была подконтрольна Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, и не была подконтрольна Аише, Тальхе и Зубейру, которые тащили все это войско из Мекки в Басру. Зачем? Ну, чтобы якобы мстить за кровь Османа ибн Аффана. А почему они мстили? А что, халифа не было того времени? Почему халиф не мстил? Почему Аиша взяла на себя это обязательство? А что? Аиша является наследником Усмана. Почему она мстит за Усмана? Почему Тальха мстит за Усмана? Почему Зубейр мстит за Усмана, организовывая целое войско против и параллельно с Али ибн Аби Талибом, алейхиссалату вассалам, четвертым халифом, законным халифом? Почему? Но в любом случае, вот такая вот легенда. Легенду придумал некий человек по имени Сейф ибн Умар ат-Тамими. Эта легенда была придумана им, это известно. Кто такой Сейф ибн Умар ат-Тамими? Сейф ибн Умар ат-Тамими – это лжец. Не простой лжец, а кадаб. Кадаб – тот человек, который много-много-много лжет. Это не мои слова. Это слова Абу Давуда. Абу Давуда, которого вы так любите и уважаете. Абу Давуд сказал: «Лейса бишайин кадаб». Ничего из себя не представляет, как историк, как передатчик, является невероятным лжецом. Много-много лжет. Кадаб. Это слова Абу Давуда. Но мы к этому еще вернемся и процитируем ваших же ученых и посмотрим, кем был Сейф ибн Умар ат-Тамими. Кто такой Сейф ибн Умар ат-Тамими? Это историк, человек, который написал книгу по истории Аль-Футух. У него есть, он умер в 200 году хиджи, то есть более 1200 лет назад. Написал книгу по истории, где невероятные истории придумывал, просто невероятнейшие. Если мы эту книгу по истории, эти его рассказы разберем, то обнаружим удивительнейшие вещи. Он не просто придумал историю с Абдулла ибн Сабам, у него там много разных выдумок и придумываний, разных измышлений, легенд. Он придумывал места, придумывал личности, как Абдулла ибн Саба, но этим только не ограничилось, у него есть и другие вымышленные исторические фигуры. И выдумывал события, места, то есть он описывал некие города, некие поселения, которых не существует и не существовало. И это не мои слова, это доказанный факт, и суннитские ученые это подтверждают. Но вот эту историю с Абдуллой ибн Саба многие переписали, в том числе Ибн Асир, Ибн Касир, Табари, Абуль-Фида и так далее, и так далее, и так далее. Многие переписали, хотя многие из них этой истории не доверяли. Но со временем почему-то эта история стала распространяться и обретать больший авторитет. В частности, в современность, как я уже говорил, после ваххабитов это вообще стало исторической истиной неопровержимой. Так вот, говоря про Сейф ибн Умара ат-Тамими, давайте приведем пару цитат из книги Ибн Хаджара Аскаляни и Захаби. Итак, Ибн Хаджар Аскаляни в Тадхибу Тадхиб, это 4-й том, 295-я страница, دائرة المعارف, издательство «Дайрат аль-Маариф», первое издание 1326 года по хиджре. Это под номером 500, в этом издании под номером, он описан под номером 518. Итак, что здесь сказано? Здесь Ибн Хаджар Аскаляни приводит мнение ученых относительно Сейф ибн Умара ат-Тамими. Например, Галя ибн Муин. Ибн Муин говорит «Даифуль хадис». Он слаб в передаче, как передатчик слаб. Далее говорит «Вакаля Абу Хатам матрукуль хадис», что он покинут, его хадисы, его истории покинуты. И Абу Хатам уподобляет его аль-Вакиди, Вакиди, который считается лжецом и выдумщиком истории. Вакаля Абу Дауд лейса бишейин, ничего из себя не представляет. Абу Дауд сказал, что он ничего из себя не представляет. Вакаля Насаи, Дарикутни, Даиф, Дарикутни и Насаи сказали, что он слаб. Ну и так далее. Здесь мы видим, что здесь на самом деле можно об этом много говорить. Например, Ибн Хиббан Иттахма биддандака, обвинял его, что он является зиндиком. Ибн Хиббан, и Хаким Нишабури также говорил, что он является зиндиком. Но здесь это все есть, это можно прочитать. Он лжец, выдумщик и так далее. Что касается книги Дахаби, ну здесь те же самые высказывания приведены, допустим, и «Каля Аббас ан Яхья, Яхья ибн Муин даифун», что Аббас передавал от Яхья ибн Муина, что он даиф, то есть слабый, Абу Дауд ляйса бишейин, Абу Хатам матрукун, Ибн Хиббам иттахама биддандака, Ибн Хиббан говорил, что он обвиняется в том, что он является зиндиком. Сейф ибн Умар является зиндиком. Ну и так далее. Здесь также вы можете на этих страницах, это, кстати, Мизануль Этидаль, Аз-Захаби, Даруль Маарифа, издательство, том 2, 255 страница, издание 1, 1382 года по хиджре. Здесь также можно на этих страницах обнаружить, что он выдумывал истории, выдумывал хадисы и приписывал эти истории другим людям, которые эти истории не рассказывали, не передавали. То есть, одним словом, Сейф ибн Умар – это лжец, выдумщик и так далее. И по этому поводу имеется единогласие. Никаких разногласий по этому поводу нету. Единогласно Сейф ибн Умар ат-Тамими признан лжецом и выдумщиком хадисов. Слабым, как минимум слабым передатчиком. Ляйса бишейин, как говорит Абу Давуд. Кяддаб. Итак, у нас вызов. Вызов Абдулле Кастекскому. Приведите историю с Абдулло ибн Саба по достоверной цепочке передатчиков. Достоверную историю. Вы же говорите, что мы приводим неверные, неправильные исторические данные. И они начинают искать какие-то сомнительные доводы Сахих Бухари или же вытаскивают какие-то контексты с истории. Достоверно, недостоверно не смотрят. Главное, чтобы распространить что? Сомнения. Хорошо. Вы приводите достоверные. Докажите, что история с Абдуллой ибн Саба является достоверной. Нам больше ничего не нужно. Вот это вот вся ваша болтовня. Дальше будете вторую часть выпускать, третью часть, четвертую часть и так далее. Ваших вот этих легенд, вашей лжи. Даже нету никакого желания это все выслушивать, потому что, ну, если вы начинаете так наголо лгать, с такой наголой лжи, то зачем все остальное нам слушать? Абсолютно нет никакого смысла. Поэтому, дорогой наш трусишка, как говорили, выходи, подлый трус. Так вот, подлый трус, выходи и предъяви нам достоверную историю Абдулла ибн Саба. Где? Это достоверная история. Кто передал? В какой книге? По какой цепочке передатчиков? Мы ждем. Пожалуйста, просто говорите, что вот такой-то, такой-то книги, по такой-то, такой-то цепочке передатчиков эта история передана, и цепочка передатчиков является надежной. И в этой цепочке передатчиков нету Сейфа ибн Умара. Не найдете ни одной истории. Ни одной истории, где не фигурирует, где главным рассказчиком этой истории не является Сейф ибн Умар ат-Тамими. Не найдете. Поэтому трусливый наш Абдулла Костекский. Это все ложь, вы наговорили на шиитов, вы совершили преступление, грех. И то, что вы говорите, я расскажу такую историю, после которого вы не будете смотреть в сторону шиитов. Мусульман Ахлис-Сунна валь-Джамаа с убеждением шиитов. Чтоб вообще даже их стороны не смотрели, узнали, кто они такие. Это опять-таки подтверждает всю вашу глубину, вашей трусости, вашего страха. Даже посмотрите, как он говорит на этом выступлении. Он со страхом говорит. Со страхом. Он дрожит. Дрожит его голос, дрожит его тон. И то, как он говорит, как он строит предложение. Три группы шиитов. Имамия, Галия, Муфаддиля и Сабабия. Все это, как он говорит, как он путается. 1 из 10 или сколько там? 1 из 100, 10 из 90. Сколько ты что-то хотел сказать? 9 из 10%, 90% у них тукья. Это все говорит о том, что ты уже обделался, уже намочил себя. Но мы тебя предупреждали. Мы сказали, что у тебя интеллект слабый, что ты говорить плохо умеешь, что говорить не умеешь, аргументация у тебя нулевая. Мы строим свою идеологию на крепких основаниях и доказательствах. Мы всю твою ложь разнесем, ничего от тебя не останется, ты опозоришься, потеряешь свой авторитет. Мы тебя предупреждали, ты сам на это согласился, ты сам решил продолжить поливать грязью шиитов. Поэтому пеняй на себя. Где эта достоверная история про Абдуллу ибн Сабу? Мы будем ждать. Итак, ну, конечно же, здесь также история с поджогом, что имам Али, алейхиссалату вассалам, поджег Абдуллу ибн Сабу и какую-то группу шиитов. Опять-таки ложная история, совершенно ложная. Он сам говорит, что Ибн Аббас говорил, что я бы не сжег. Даже Ибн Аббас сказал, если я был бы вместо Али, я, говорит, их убил бы, не наказал бы, как сказал Пророк, тот, кто поменяет свою религию, убейте его, сказал Пророк, кто ислам оставил, этот хукм муртад, мы знаем. Но я не сжег бы, говорит, потому что есть другой хадис Пророка, огнем наказывают, не наказывают, кроме Аллаха. И почему тогда, как мы поймем деяние Али, что он сжег их? Может быть, до Али не дошел этот хадис. Это потому что все хадисы вместе один человек знает, невозможно. Что, Ибн Аббас был лучший Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам? Он что, лучше знал сунну посланника Аллаха? Знал лучше, чем тот человек, который всю жизнь прожил, с маленького возраста воспитывался под крылом его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. Слушай, Абдулла, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху даже не Аллаха. Пророк завещал, что Али должен быть халиф после пророка. Что с тобой не так, Абдулла? Что за салават? Саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. Вот так нужно говорить салават, Абдулла. Учись исламу. Учись исламу, пока мы живы, пока есть у тебя возможность, доступ к нашим лекциям. Неужели Ибн Аббас знал ислам и сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, лучше Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Ана мадинатуль эльм ва алиюм бабуха. Я являюсь городом знаний, а Али вратами в этот город. Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, является учеником Ибн Аббаса. Ибн Аббас, если что-то и имеет из своих знаний, то от кого он эти знания получил? Вот Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Он является его учителем. Конечно же, эта история Сейфа ибн Умара является ложной. Ты лжешь, Абдулла. И лжешь не только на шиитов, но и лжешь на Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Где это твоя достоверная история? Где Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, сжег? Что это за книга ты в руках держишь? Что это? С какой ты книги читаешь? Почему ты не ссылаешься, не говоришь, не указываешь исторических данных? Что это за балаболство? Что это за болтовня ты устроил? Ты ученый? Ты специалист в истории, в хадисоведении? Так почему же ты не ведешь себя как специалист, а ведешь себя как уличное быдло, которому дали микрофон, который не может два слова связать, а непонятно, что вообще говорит, логика полностью нарушена, и вообще никаких ссылок, какую-то книгу листает, три группы шиитов: имамия, муфаддиля, галия и сабабия. Три группы шиитов. Что с тобой не так? Что с твоим интеллектом не так? Разговариваете как уличное быдло, которое три класса не закончило. Три класса. Просто элементарного школьного образования достаточно, чтобы нормально говорить, подобающе говорить, прилично говорить. То, что вы выливаете, и то, что вы называете речью, это неприлично. Это неприличная речь. Такую речь прячут. Прячут подальше. Понимаете? А вы, позорники, настолько обделены разумом, что вы считаете это гордостью и выставляете. Это неприлично. Это то же самое, что демонстрировать какой-нибудь свой откровенный позор, какой-нибудь откровенный свой недостаток. Это неприлично. Вы говорить не можете. И научись салават произносить. Салсам — это не в салават. Салсам — это вообще ни о чем. Сомнительные доводы из Бухари, он говорит. Говорит, что вот шииты приводят истории. Я здесь выписал некоторые его высказывания. Ну, в общем-то, всю речь в двух-трех предложениях. Он говорит, что шииты приводят истории, несмотря на то, достоверно или недостоверно. Ну, хорошо, покажи нам историю Абдулла ибн Сабы, которая является достоверной. Где она является? В какой книге и по какой цепочке передатчиков эта история достоверна? Вообще есть такая история Абдулла ибн Сабы, где есть цепочка передатчиков, и в этой цепочке передатчиков нет Сейфа ибн Умара Каззаба, лжеца и выдумщика. Есть? Есть такая цепочка? Предъяви, покажи нам. Вся его лекция, вся его речь строилась на том, что вот Абдулла ибн Саба. Ждем от тебя, наш трусливый, подлый трус. Ждем от тебя вестей, когда ты объявишься и продемонстрируешь нам санад, достоверный санад, где нету Сейфа ибн Умара. Санад, историю с Абдуллой ибн Саба. Но я почему-то, меня терзают, конечно же, ты человек слова, человек чести, и докажешь, но почему-то меня терзают смутные сомнения, что ты этого не сделаешь. И сделаешь вид, что всего этого не было, что ты не знаешь, не заметил, не слышал, и тебе не донесли, что требует и снада. Скорее всего, ты сделаешь вид, что всего этого не было. Вассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва